Здравствуйте, мои дорогие подписчики, подписчицы, мальчики и девочки, а также гости канала Шалундрики. Сегодня мы подводим итоги самого долгожданного конкурса супер-мега-розыгрыша и разыграем огромное количество подарков, поэтому усаживайтесь поудобнее и приступайте к просмотру. И будьте очень внимательными, чтобы не пропустить свой аккаунт в числе победителей. А для этого нужно смотреть от начала до конца. Но сначала мы разыграем приз, который у нас сегодня идет по плану. Это лего-мотоцикл в собранном виде, при желании который можно снова разобрать и собрать. Вот это видео, под которым нужно было написать комментарий, поставить лайк и быть подписчиком нашего канала для того, чтобы участвовать в этом конкурсе. И быстренько напомню об актуальных розыгрышах, которые активны. И через недельку, тоже в воскресенье, мы с вами разыграем двух пупсов для двух победителей. Затем еще через недельку разыграем миниатюрный марбл-конструктор. И совсем недавно вышло видео, которому вас ждет подарочек. И это кукла-ангелочек в шарике-сюрпризе. Ее мы разыграем через 3 недели. Итак, сейчас мы приступаем к розыгрышу мотоцикла. Выберем победителя. А для этого скопируем ссылочку. И вставим ее в рандомайзер Lisa On Air. А потом приступим к выбору победителей супер-мега-розыгрыша. Итак, нам осталось нажать кнопку «Старт». И у нас, мои дорогие друзья, победитель. Это аккаунт «Веселые видосы» с комментарием «Классный мотоцикл с моими клешнями, очень долго буду собирать, участвую, конечно». И мы вас от всей души поздравляем с этим замечательным, хорошим подарком. И очень надеемся, что он вам понравится, и вы его с удовольствием сами соберете. О том, как со мной связаться, информация будет в конце ролика, после того, как мы выберем всех победителей. Итак, мои дорогие друзья, теперь приступаем к самому интересному на сегодня. И порадуем сразу много-много подписчиков хорошими, ценными призами. Вот это видео, под которым нужно было написать комментарий, поставить лайк и быть подписчиком нашего канала для того, чтобы участвовать в этом конкурсе. Итоги мы должны были подвести тогда, когда под этим видео собралась бы 1000 лайков. И сейчас эту цифру я вижу под роликом. Поэтому подводим итоги. Розыгрыш будет проходить в последовательности, согласно тем игрушкам, которые у нас были в видео. Я озвучиваю игрушку, и мы выбираем победителя. И так далее до самого конца. Скопируем эту ссылочку, которую будем вставлять в рандомайзер. И первый подарок у нас – это огромный робот-динозавр на радиоуправлении. Шикарная игрушка. Вставляем ссылочку в рандомайзер Lisa On Air для того, чтобы узнать имя победителя. Итак, нам осталось нажать кнопку «Старт». И у нас, мои дорогие друзья, победительница – это Алёнушка. С комментарием «Жду не дождусь, когда у вас будет золотая кнопка. Вы, как никто, заслуживаете этого. Столько радости приносите людям. Я очень благодарна вам за подарки моим детям. Спасибо и всего вам самого-самого хорошего». Пожалуйста, очень приятно получить такой комментарий. И мы вас от всей души поздравляем с этим очень-очень хорошим подарком. Я думаю, что ваши дети от него будут просто в восторге. А мы переходим к следующему подарку. И сейчас мы разыграем две большие куклы Reborn. Они обе по 60 сантиметров, светленькая и темненькая. И сейчас мы узнаем имя победителя светлой куклы. Вставляем ссылочку и нажимаем кнопку «Старт». И у нас, мои дорогие друзья, победительница, и это аккаунт Ольга Кос. С комментарием «Поздравляю, желаю тысячи комментариев и миллионы подписчиков квадрокоптер бы выиграть». Но выиграли вы куклу стиля Reborn, светленькую. Сейчас мы узнаем имя второго победителя куклы Reborn с темными волосами. Также вставили ссылочку и нажимаем кнопку «Старт». И у нас выиграл аккаунт PolyLolDoll. С комментарием «Желаю дальнейшего процветания каналу и много активных подписчиков, участвуя в розыгрыше. Спасибо за интересное видео». И мы вас также от всей души поздравляем. Куколка стиля Reborn с темными волосами достается именно вам.
Сейчас мы переходим к розыгрышу роботов. И первый робот – это Кэдди Варри, также на радиоуправлении. Вставляем ссылочку. И нажимаем кнопку «Старт». И у нас, мои дорогие друзья, победитель. Это аккаунт Франтиза с комментарием «Участвуй, вдруг повезет» и выиграю куклу для сестры. Выиграли вы робота, но он не менее интересный. Я думаю, что порадует и мальчика, и девочку. Переходим к розыгрышу другого робота. Сейчас узнаем имя победителя. Робота Макробота от компании Silverlit. Вставляем ссылочку. И нажимаем кнопку «Старт». И у нас, мои дорогие друзья, победительница. Это Аурелия Августина с комментарием «А квадрокоптер хочу для себя». Наверное, был это еще какой-то комментарий, судя по тексту этого аккаунта. Поэтому мы принимаем во внимание это и с удовольствием вам подарим робота Макробота. Переходим к выбору следующего победителя и разыграем робота Джуниора, тоже от компании Silverlit. Вставляем ссылочку. И нажимаем кнопку «Старт». И у нас, мои дорогие друзья, победитель. Аккаунт Матильда. Мега розыгрыш. Ура! Спасибо! Робот Джуниор достается вам. От всей души поздравляем. Переходим к выбору победителя. Робота Мезе Брекер. Также от компании Silverlit. Вставляем ссылочку. И нажимаем кнопку «Старт». И у нас, мои дорогие друзья, победитель, аккаунт Лидусик с комментарием «Желаю каналу множество благодарных подписчиков, отличные подарки, в розыгрыше участвую». И мы вас также от всей души поздравляем. Робот Мейзи Брекер отправится к вам. Следующий подарок у нас роботизированный пес Руфи. Вставляем ссылочку и нажимаем кнопку «Старт». И у нас, мои дорогие друзья, победитель. И это Марина Пескова с комментарием. Как здорово, столько подарков, столько красоты, эмоций в этом видео. С удовольствием участвую, надеюсь что-нибудь выиграть. Вам желаю 1 миллион подписчиков и поскорее. Спасибо. Очень бы хотелось, и мы вас тоже поздравляем. Роботизированная собачка отправится к вам. И следующая игрушка – это у нас робот Квизи, с которым точно не соскучишься. Но предупреждаю, он умеет плеваться. Вставляем ссылочку. И нажимаем кнопку «Старт». И у нас, мои дорогие друзья, победитель. И это аккаунт «Начинающий фермер» с комментарием «Классный розыгрыш! Участвую!» И мы вас поздравляем с этим подарочком. Робот Квизи достается вам. А сейчас мы с вами узнаем имя победителя шикарной машинки на радиоуправлении. Это большой джип «Вертурер», который порадует не только мальчика, но и взрослого человека. Вставляем ссылочку и нажимаем кнопку «Старт». И у нас, мои дорогие друзья, победитель – аккаунт Jamka Jay с комментарием «Поздравляю с 1000 подписчиков в подарках прям атака роботов». Ну а вам достается суперавтомобиль. И переходим к выбору победителя, который получит в подарок трактор на радиоуправлении. Конечно, игрушечный. Вставляем ссылочку. И нажимаем кнопку «Старт». И у нас, мои дорогие друзья, победительница. Это Алина Милая. С комментарием «Поздравляю вас, 1000 подписчиков, юбилею быть обязательно. Мега розыгрыш классный и самый лучший. Участвую». И мы вас также поздравляем. Трактор на радиоуправлении отправится к вам. А сейчас разыграем милейший светильник в виде котика. Также вставим ссылочку. И нажмем кнопку «Старт». И у нас, мои дорогие друзья, победительница. Это аккаунт Ирина с комментарием «Поздравляю, отличный канал, всем удачи, а вам дальнейшего процветания. Участвую». И мы вас от всей души поздравляем
светильник в виде котика поедет к вам. А сейчас разыграем милейший будильник в виде динозаврика. Также вставим ссылочку и нажмем кнопку «Старт». И у нас победил аккаунт «Чудные» с комментарием «Участвую очень-очень хочу». Следующий подарок – это яйцо динозавра со скелетом внутри от компании «Зуру». Также вставляем ссылочку и нажимаем кнопку «Старт». И у нас, мои дорогие друзья, победитель – это аккаунт «Алекс Дол Реборн» с комментарием «Как много подарков, точно на всех хватит, участвую». И вы в числе победителей, мы вас с этим также поздравляем. И следующий подарок – это у нас кукла Kindy Kids. Вставляем ссылку и нажимаем кнопку «Старт». И у нас, мои дорогие друзья, победитель – это Багира Лайф. Доброго времени суток, поздравляю вас, 1000 подписчиков. Какой мега-розыгрыш, вот это да. Спасибо, что не забывайте радовать своих зрителей. Розыгрыш просто бомба. Была не была, может в этот раз повезет. Участвую, всем удачи. И вам повезло, и мы вас от всей души поздравляем. Кукла Kindy Kids, которую зовут Донатина, отправится к вам. Следующим подарком у нас будет две шарнирные куколки. Они небольшие. Одна светленькая, а другая темненькая. Итак, сейчас узнаем имя победителя светлой куколки. Нажимаем кнопку «Старт». И у нас победитель. Это аккаунт «Тетя Оля» с комментарием. Поздравляю, много призов. Всем удачи. И выбираем победителя темненькой куколки. Для этого мы воспользуемся вот этой кнопочкой. И у нас еще один победитель. Аккаунт «Все самое интересное» с комментарием «Какое все шикарное и красивое! Поздравляю вас! Пусть ваш канал развивается еще больше! Участвую в розыгрыше!» И темненькая куколка шарнирная отправится к вам. Теперь разыграем набор Лего «Супер Марио». Также вставим ссылочку и нажмем кнопку «Старт». И у нас победитель – аккаунт Dim Sor с комментарием «Поздравляю, это большое достижение, дальше больше, подарочки супер!» Один из этих подарочков достается именно вам. Следующий приз – это крикун Забияка, чудик от компании Silver Lead. Вставляем ссылку и нажимаем кнопку «Старт». И у нас, мои дорогие друзья, победитель – это Светлана Осинчугова с комментарием. Поздравляю вас с вашим успехом, желаю удачи и еще много-много подписчиков. Подарочки реально супер. Хватит всем, жду с нетерпением новых видео и обзоров. И мы вас также поздравляем. Этот подарочек достается именно вам. Сейчас мы с вами разыграем сразу 6 кукол Лол. Они все разные, но выберем сразу 6 победителей. В этой программе нет такого, чтобы можно было выбрать сразу одновременно 6 победителей, поэтому будем выбирать их последовательно. И сейчас мы узнаем имя первого победителя. Аккаунт «Я молодец». Вау, все подарочки супер классные, с удовольствием участвую. Одна из этих кукол достанется именно вам. Переходим к выбору второго победителя, кукол Лол. Для этого воспользуемся вот этой кнопочкой. Следующий победитель – аккаунт Лена с комментарием. Делитесь видео, чтобы лайки быстрее прибавлялись. И мы вас поздравляем. Одна из этих кукол Лол также отправится к вам. Теперь выберем третьего победителя кукол Лол. Это аккаунт Апельсинка ТВ с комментарием «Лайк, замечательные подарочки, участвую». И мы вас также поздравляем. Одна из кукол Лол достанется вам. И переходим к выбору четвертого победителя кукол Лол. И выиграл аккаунт Starbucks с комментарием «Поздравляю, участвую в вашем
конкурсе. Спасибо, и мы вас тоже поздравляем. И переходим к выбору 5-го победителя кукол Лол. И это Лиза Караваева с комментарием: «Здравствуйте, поздравляю с 1000 подписчиков, желаю успехов в развитии канала и 1 000 000 подписчиков, участвую». Спасибо и вам за добрые слова, и мы вас также поздравляем. И переходим к выбору последнего победителя кукол Лол. Это аккаунт Teddy Bear. Замечательный розыгрыш и подарки. Участвую, у вас замечательный, очень интересный канал. Спасибо за труд. И вам спасибо. 6-я куколка Лол отправится к вам. Кому какую куколку отправлю, узнаете тогда, когда откроете посылочку с подарком. Переходим к выбору победителя шикарной машинки от Xiaomi. Это спорткар в стиле ретро, красного цвета и также на радиоуправлении. Вставляем ссылочку и нажимаем кнопку «Старт». И у нас, мои дорогие друзья, победил аккаунт Эмма Амме с комментарием: «Вот это круто, столько подарков, поздравляю вас, надеюсь, что-то выиграю». И вы выиграли замечательную машинку. Думаю, она понравится и девочкам, и мальчикам. Сейчас разыграем Roombox. Это мини-кукольный домик, который нужно еще собрать. Собирается он в жестяную коробочку. Вставляем ссылку и нажимаем кнопку «Старт». И у нас победитель – это Юрий Караваев с комментарием: «Как много подарков, желаю вам успехов и много подписчиков на канале. Спасибо за ваш труд». Пожалуйста, и мы вас поздравляем. Roombox отправится к вам. А сейчас разыграем снова сразу 2 подарочка. Они одинаковые, это 2 куколки-копилки. Одна, видимо, альвины, другая с серыми волосами. Вставляем ссылочку и нажимаем кнопку «Старт». И у нас победитель, и это аккаунт Сергей Полевой с комментарием: «Отличные подарочки, в розыгрыше, конечно, участвую. Желаю каналу множества благодарных подписчиков. Удачи!» Спасибо! Одна из этих кукол достается именно вам. И для того, чтобы узнать следующего победителя, нажимаем вот эту кнопку. И у нас 2-й победитель, это аккаунт NightCat с комментарием: «Очень щедрый розыгрыш, принимаю участие». И 2-я куколка достанется именно вам. Кому какую отправлю, не скажу. Узнайте тогда, когда получите посылочку с подарком. Они одинаковые, только разного цвета волосы. И у нас, мои дорогие друзья, остался последний подарок. Это один из самых дорогостоящих подарков, которые были представлены. Квадрокоптер от JDRC, известной китайской компании. Он совершенно новый, даже не снимали обзор. И сейчас мы с вами узнаем имя победителя этого поистине шикарного подарка. Вставляем ссылочку и нажимаем кнопку «Старт». И у нас, мои дорогие друзья, победительница – это Яна Яковенко с комментарием: «Когда-то была 1000, сейчас уже почти 4. Участвую, призы бомбезные. И количество подписчиков приближается уже к 5000. Надеюсь, что после этого розыгрыша количество не убавится. А мы вас от всей души поздравляем с этим очень хорошим подарком. И надеемся, что он вам пригодится, понравится, вы его освоите и будете пользоваться, и, возможно, даже научитесь снимать красивые ролики». На этом супер-мега-розыгрыш подошел к концу. Мы разыграли 30 подарков, выбрали 30 победителей. Я всех еще раз поздравляю и очень надеюсь, что для многих подарила массу положительных эмоций. Ну а тех, кто не победил, прошу не расстраиваться и не грустить. Просто порадуйтесь за других, ведь удача когда-то улыбнется и вам. На канале у нас постоянно проходят розыгрыши, каждую неделю. Поэтому продолжайте участвовать, следите за новинками, пишите комментарии, ставьте лайки и, конечно, делитесь видео со своими друзьями и знакомыми. Теперь расскажу, как со мной связаться. Сделать это можно через электронную почту, которую вы сможете найти во вкладке «О канале». Открывается электронная почта только в том случае, если вы заходите через компьютер. Если вдруг с этим возникнут какие-то сложности, напишите мне под этим видео, я обязательно отвечу. В письме, пожалуйста, сразу указывайте, что вы выиграли, какой аккаунт, и прикрепляйте скриншот, что этот аккаунт действительно ваш.
Ну и можно сразу написать почтовый адрес для отправки подарочка с фамилией, имя, отчество получателя. На этом, мои дорогие друзья, видео подошло к концу, и пришла пора прощаться. Надеюсь, настроение сегодня многим только подняла и не очень расстроила других. Ну а с победителями жду связи. На этом прощаюсь, всем спасибо и пока-пока, до новых скорых встреч. Увидимся на канале Шалундрики.